Подает Лэмпард. Смывает мяч на штрафной удар. И требует пенальти Михаил Баллок. Он сейчас судье врежет. Он судье врежет. Хэтом Хеллинка в рыбобежное. Выбит он. Ну и давайте останемся немножко на поле. Я подозреваю, что сейчас, да, понадобятся, может, даже и полицейские силы для того, чтобы Тому Хеллингу Эвребо с поля уйти. Ну, по ходу матча. И меня спрашивают, да? А вот так оно болеется. То, что не симпатизировать команде, которая вот так. Мне жаль Челси. И честное слово, я понимаю, что, может быть, это и не совсем в жанре. Жалость к Челси. Thank you.